шестеро моих младших детей 6 июля 2009 года исполнят Камаринскую. Какая Камаринская, это хорошая, но очень больно коротенькая, да? Угу. Чего ж такая коротенькая? Ну ладно, покороче, но молодцы. В шестером вам не скучно? Нет! Музыка это хорошее дело? Да! Вместе играть хорошо? Да! Ну вот, семье на улицу хочется? Да! Нет! Да, нет, нет. И хоть немного, да? Но дома-то тоже хорошо? Да! Ну, видишь, погулять-то всегда надо сходить. Кто же против-то? Но дома у нас весело. Правильно? Да!